Алтайская Ая-Бирюзовая Катунь – популярный дорожный маршрут. Ежегодно по нему проезжают тысячи туристов. Отсюда серьезная нагрузка на дорогу. Проверить ход работ по реконструкции полотна на участке с 15 по 35 километр приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Мы сейчас прямо здесь? Нет. А, вот здесь. Да. Здесь уже вот на 70% вы это сделали. Эта дорога открылась еще в 70-м году прошлого столетия. С тех пор проводились лишь локальные ремонтные работы. Ни реконструкции, ни капремонта не было. На сегодняшний день дорогу восстанавливают по современным стандартам безопасности, чтобы она выдерживала большие нагрузки. Расширено дорожное само полотно, качественно сделана дорожная одежда, качественно сделано основание дороги. Проведена полная реконструкция двух мостов. Сделаны 31 водопропускная труба. Для безопасности дорожного движения дорога будет оборудована барьерным ограждением, освещением, тротуарами. Сделаны остановочные павильоны, то есть полностью по современным стандартам. Срок службы дорожного полотна внушительный. Плановая реконструкция на данных участках предусмотрена не ранее, чем через 24 года. Работа объемная, сложная. Стоимость превышает 2 миллиарда рублей. Весной заезжали, посмотрели, как идет дела. Сейчас уже кое-какой результат виден. И смотрим, что никакие сроки не срываем, все идет хорошо. Закончить этот участок планируют осенью этого года. Следующий этап – реконструкция дороги от села Ая с нулевого по 15 километр. Из-за особенностей ландшафта и наличия воды в грунтах работа здесь будет еще более сложной. По предварительным расчетам потребуется около 3 миллиардов рублей. Юлия Щепина, «День с толком».